Пришли за юридической услугой, но остались без денег и без правовой помощи. Так отзываются некоторые клиенты о работе одной из городских фирм. Недовольные петербуржцы объединились и намерены обратиться в правоохранительные органы, а также призвали на помощь журналистов. Семен Егоров разбирался в непростой ситуации. Я говорю, подождите, почему вы с моих счетов снимаете? Я говорю, немедленно верни. Ну что вы, что вы? После того, как заключила договор, у меня осталось очень неприятное ощущение, как будто на меня давили. Что это за юрист такой, который предлагает кредиты взять, там, продать что-то? Сотни тысяч рублей потратили теперь уже бывшие клиенты юридической фирмы. Помимо денег, как они считают, выброшенных на ветер, их объединяет общее мнение. Они были обмануты. С самого начала видела, что это развод, потому что... Знаете, развод всегда начинается с больших комплиментов. Галина Гусева рассказывает, она хотела написать обращение в Роспотребнадзор. Признается, она не самый продвинутый интернет-пользователь, поэтому отправила заявку на поддельный сайт ведомства. Через 15 минут мне звонок. Вы должны приехать в офис, должны официально написать заявление, не то, что вы написали. Была уверена, что это Роспотребнадзор. И тут же предложили составить претензию, обратиться в суд, уверяли, что стоить будет недорого. И тут же показали, как с помощью мобильного банка оплатить услуги. Галина говорит, что после этого лишилась 45 тысяч рублей. Я не знаю, как приложение. Я сейчас вам покажу. Она берет мой телефон, начинает мне тыр-тыр-тыр. Видите, вот здесь все это так легко. Это вот, это вы теперь будете знать. Я говорю, подождите, почему вы с моих счетов снимаете? Я говорю, немедленно верни. А теперь нет, все, уже назад никак. Алексей хотел оспорить право на наследство одной из родственниц. В юридической фирме предложили не доводить дело до суда, а договориться при помощи денег. 300-400 тысяч, говорит, вас устроит? Я говорю, да. По словам мужчины, на следующий день названный ему размер отступных изменился с приемлемого до возмутительного. Они хотят миллион. Я говорю, они это кто? Говорит, она и ее муж. У меня нет миллиона, где его возьму? Он говорит, можете продать что-нибудь, можете взять долгосрочный кредит. Евгения заплатила фирме больше всех – 160 тысяч. Пыталась через ее сотрудников вернуть деньги за некачественный ремонт на даче. От юридических услуг отказалась, когда прочла отзывы в интернете. Но было поздно. Убеждают заключить договор, убеждают заплатить аванс, и дальше ничего не происходит. То есть адвокаты, там, юристы пропадают, на связь не выходят, и дела никак не решаются. А вот есть вывеска, правовой центр, время работы, можно попасть внутрь, звонить домофон. Как говорят люди, которые работают в этой организации, офис здесь находится постоянно, его местоположение не меняется. Хоть и не сразу, но Евгении удалось договориться о встрече с генеральным директором компании, куда недовольная клиентка пригласила нашу съемочную группу. По открытым источникам, генеральный директор юридической фирмы Анастасия Гринцова является учредителем и руководителем двух петербургских компаний. Зарегистрированы они с разницей в 3 месяца. Род занятий один и тот же – деятельность в области права. А еще эти фирмы объединяет большое количество не самых хвалебных отзывов. Встречают радушно, обещают горы, а денег берут немало. Ток нулевой, а вранье безгранично. До оплаты создается иллюзия бурной работы, а после ничего не делают. На продолжение сотрудничества не позволяет квалификация. Анастасия Гринцова на просьбу бывшей клиентки показать работы, которые обошлись ей в круглую сумму, отвечает, что это интеллектуальный ресурс, и он бывает неосязаем. Но все же, как доказательство, предоставляет скриншоты переписки Галины с сотрудником фирмы. И там указано время. Что касается, я так понимаю, правового анализа, я думаю, что Евгений Дмитриевич, так же, как и я, являющийся юристом, стали, соответственно, в некий ступор, каким образом вы его хотите получить. По словам главы фирмы, 70% от выплаченных клиенткой денег Галине якобы уже перечислили. Та пытается шутить, мол, пообщалась в мессенджере на 50 тысяч. Анастасия Гринцова говорит, что не все ее клиенты уходят ни с чем. У нас есть люди, которые благодаря нам получили квартиру, получили развод, получили возврат денежных средств. А вот недовольные должны из себя спрашивать. Нужно понимать, что клиентоориентированность, это да, безусловно, является нашей обязанностью, но помимо этого, это двухсторонние обязательства. Но такое мнение разделяют далеко не все юристы. В некоторых компаниях на приеме сидят не юристы, а продавцы, которые порой проходят даже тренинги по тому, как сделать из отсутствующей проблемы сделать денежные средства. Бороться с нерадивыми юристами в суде будет достаточно сложно, это их территория, поэтому стоит запомнить несложные правила при выборе специалистов, которым вы хотите доверить защиту ваших прав. Внимательно читать каждый пункт договора, получать документы оправдательные на те денежные средства, которые вы
вы платите. Ну и, конечно, каким-то определенным критерием добросовестности все-таки является наличие статуса адвоката у лица, который оказывает юридическую помощь. Недовольные клиенты юридической фирмы почти не надеются вернуть свои деньги, но не исключают, что обратятся в правоохранительные органы, тем более, что прецеденты в Петербурге есть. Семен Егоров, «Степень защиты».